Я скажу, хочешь. Я этих нацистов, этих подонков, этого Зеленского, шута Горохова, наркомана Дроченого, тварь, чтоб он будь проклят, все его племя пусть проклят. Его отец, который в Донецке выросил, тоже пусть будет проклят. Хоть нельзя проклинать, я православный человек, но этим антихристам в аду гореть, в ихним душам, пламенем гореть. А вам большое спасибо. Я все время, у меня племянник живет в Кемерово. Он не мог сюда приехать, потому что русским запретили заезжать сюда. И они, твари, сын у меня работает, заставили, чтобы он руководящий должность, чтобы он экзамен по украинскому языку сдавал. Тут все говорят на русском, все, хоть украинец, хоть татарин, хоть еврей. Они все говорят на русском, и мы все славяне. Но вот эти твари, которые пришли с Западенщины, их в 59-м году не додушили, не дотравили их всех, ублюдков этих. И они опять подняли голову, твари эти все. А вырастил этих тварей Порошенко, Коломойский, я их всех знаю. И Ахметов тот же самый. Приезжал сюда 22 числа, 22-го тут, и уехал. И они все эти руководители, и этот самый мэр города нашего, Бойченко, тварь последняя, конченая тварь, конченая. Сказал бы людям, люди, возьмите питание, запаситесь какой-то водой. Только 24-го началось, все эти крысы вылезли и начали грабить аптеки, больницы, промтоварные магазины, продуктовые, и гребут, что в глотку и все это не войдет. И пусть оно там у них в животе и застрянет. Это все, что они награбили, эти твари паршивые, хлопцы.